Всем привет! Платформа LoliGo, обзор на канале BST ICO. Итак, LoliGo — это первая в мире экосистема, которая будет защищать права инвесторов в ICO. То есть через платформу LoliGo LCC будет происходить создание смарт-контрактов, токенов, ну и все прочее. То есть инвестор вкладывает деньги в проект через платформу LoliGo. Соответственно, создатели уже будут получать эти средства по мере голосования инвесторов и, соответственно, по мере прохождения дорожной карты. Все запущенные ICO на платформе будут проверены экспертами LoliGo и посредством автоматизированного анализа в реальном времени, а их результаты будут доступны в бенчмарке. Еще у платформы будет своя частная криптовалютная биржа, которая будет поддерживать все ICO, запущенные через платформу LoliGo. Соответственно, если проект запустился через LoliGo, то токены его будут уже доступны на данной бирже LoliGo Platform, что также очень удобно, без каких-либо препонов в виде взносов 10 биткоинов, там, бешеных остатков на счетах. Это я говорю о, конечно же, популярных биржах, которых очень высокие требования. Здесь как бы все требования автоматически проект проходит, так как, ну, если ICO разместилась на данной площадке LoliGo, соответственно, чтобы токен торговался на бирже LoliGo, уже проблем никаких не возникнет. Также LoliGo можно будет использовать как умный кошелек, который позволит покупать и хранить токены, участвовать в различных ICO, контролировать свой криптовалютный портфель и голосовать за или против текущих проектов. То есть через приложение вы можете видеть все доступные ICO, инвестировать в них, голосовать за, ну, по этапам ICO. Соответственно, таким образом платформа будет иметь все инструменты для полностью безопасного запуска ICO проектов. Также специалисты платформы будут, вот они, выкладывать свой опыт обсуждения клиентов для желающих запустить компании по сбору средств. Они возьмут на себя техническую экспертизу, разработку различных результатов, а также планирование и продвижение компании ICO. Давайте в следующем видео ознакомимся с белой бумагой проекта, которая доступна на сайте, и посмотрим, что в ней написано.